Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Мы, как, наверное, многие, все еще на карантине, придерживаемся его, ну, как на карантине, на каникулах, скажем так. Находимся с мальчишками дома. Единственный плюс, наверное, загородной жизни, это в том, что мы можем погулять хотя бы во дворе. Это очень классно, хотя я знаю, что многие мои знакомые, например, в том числе, спокойно себе гуляют и на детские площадки ходят и так далее, но я, честно говоря, вот задумывалась, и я бы, наверное, не стала бы этого делать, я бы все-таки отсиделась бы по максимуму дома, хотя дома, конечно, скучно. Я просто... Не то чтобы даже скучно, а просто, знаете, привыкли, что когда дети дома, то мы обычно куда-то ходим, где-то гуляем, где-то бываем, и поэтому, конечно, да. Но не будем, давайте, о грустном. Всем желаю здоровья, хорошего настроения, провести с пользой этот карантин, скажем так, и переделать кучу домашних дел и все в этом духе. Так что всем желаю позитива, и я хочу также поделиться с вами. Я тут получила свой заказ с сайта AliExpress. Я заказала себе украшения. Это украшения, которые вы сейчас видите на мне. Они мне безумно понравились. Вообще, это серебро. На нем даже, на украшениях даже есть проба. Мне все пришло такой, ну как... Внутри пупырчатая такая вложена, вот такой просто конвертики. Каждое это изделие было упаковано вот в такие бумажечки, и все это лежало в таком розовом замечательном пакетике. А заказала я себе вот такой набор. Девочки, видите, он даже сейчас такой нежно-розового цвета. Это камень, который меняет цвет в зависимости от освещения. Там продаются такие наборы. В набор входят сережки, кольцо и вот такая вот подвеска. На самом деле, как бы я даже честно скажу вам, что я не ожидала, что настолько классные будут эти украшения, настолько они качественные, честное слово. Потому что вот эти сережки, ну, я, естественно, получила, сразу на себя все одела и ходила счастливая, довольная. Вот, и потом... Я пошла в душ, сняла подвеску, сняла кольцо, а серьги забыла снять. Я с ними мылась, и с ними ничего не произошло. Это, мне кажется, вообще нереально круто. Вот так вот они выглядят. Колечко. И вот такая подвеска. Все сделано в виде... Вот этот камень, который по центру, он меняет цвет в зависимости от освещения. Я вам сейчас все это наглядно покажу. Вот видите, сейчас... светит солнышко, и при солнышке камушек становится розового цвета. Давайте я покажу вам все поближе. Вот так вот вблизи, девочки, выглядят эти украшения. Поверьте, они очень-очень-очень красивые. Камера сейчас передает этот камушек такой коричневатый, и на самом деле он розовый сейчас, вот при таком освещении, такой немножко розоватый. Посмотрите, как все сделано классно. Очень качественно все сделано. Давайте я вам поближе покажу. Вот кольцо. Вот с этой стороны вот так. Вот так вот оно выглядит. Вот так вот оно выглядит. Очень красиво. Сережки вот такие. Тоже все это комплектом. Очень красиво. Вот сейчас они даже такие, у меня обычная лампочка не включена, они коричневато такие розоватые слегка, видите? И посмотрите, как сделаны грани, камушки, что все просто переливается разными цветами, не знаю, очень классно. И мне кажется, что, видите, с этой стороны сделана вот такая дырочка, как бы. Очень хорошо, мне кажется, будет изделие чистить, чтобы оно будет красиво. И вот такая... Цепочка самая обычная, вот так вот выглядит, и такой же кулончик в виде цветочка, очень красиво, очень. Вот смотрите, девочки, это дневное искусственное освещение, и они выглядят вот такими зелеными. Просто красиво зеленый такой насыщенный цвет, вы посмотрите, какая красота. Сейчас вам покажу при солнечном свете, как они смотрятся. Еще они становятся вот такими желтыми, желто-зеленцой. Видите, как вот это вот
подвесочка, это при искусственном желтоватом освещении, когда вот обычное желтое, не белое свет, а желтое, вот они становятся такого насыщенного желтого цвета. Мне кажется, камера немножко зеленцой отдает. На самом деле они прямо желтые-желтые такие, как солнышко. Очень красиво. Девочки, а вот это на солнышке они. Смотрите, какая красота. Они становятся такими, на самом деле, нежно-нежно-нежно-розовыми. Сейчас я вам покажу. Камера немножко такими коричневыми передает. На самом деле они становятся нежно-нежно-розового такого цвета. Вот этот камень становится. Очень красиво смотрится. Смотрите. Вот видите, такой. Не знаю, правильно камера передает сейчас или нет, но становятся они нежно-розовыми такими. Прям очень красиво. Вот такими коричневыми они становятся, даже не то, что коричневыми, да, вот такими коричневатыми. Они становятся при обычном дневном, просто обычный дневной свет, лампа не включена, ничего. Вот, девочки, я поймала розовый вот этот цвет, который на солнышке. Вот он таким становится на солнышке. Посмотрите, как красиво. Просто из-за того, что сделаны вот эти вот грани такие, все это очень красиво переливается. Вообще обалденно. Вот сейчас я совсем на солнышко... Ой, ну на солнышко засвечивает камера. Но он, видите, смотрите, какой розовый, красивый цвет. Это на солнышке. Летом это будет вообще огонь. Вот так вот смотрится колечко. Вот таким образом. Вот так подвеска и сережки. Очень красиво, девочки. Я вообще, кстати, люблю такие украшения. Я люблю, когда у меня комплект, но носить я их могу по-разному. То есть я могу, допустим, только сережки одеть, или только подвеску, или только кольцо. Все зависит от одежды. Это я сейчас вам одела, чтобы показать, как все смотрится вместе. Но мне кажется, это вот по отдельности на каждый день, и все вместе. Это можно на какое-то, я не знаю, мероприятие прям одеть. Очень красиво. Девочки, я просто без ума, если честно. И вот смотрите, девочки, вот так вот они выглядят зеленым камушком. Смотрите, как красиво. Боже, я вообще вижу от восторга. Мне очень нравится этот комплект. Вот такой зеленый, прямо, прям очень классно. Смотрите. Мне кажется, безумно красиво. Вот, я вам все ссылочки оставлю внизу в инфобоксе, обязательно переходите, смотрите. Дошло мне это все где-то примерно за, ну, где-то 2,5 недели. Извиняюсь, я запустила робот-пылесос. Вот, и вот так вот классненько все это выглядит. Очень-очень мне понравилось вообще. И не потемнело, и цепочку я носила, вот она тоже не потемнела, потому что я... Когда заказывала, думаю, ну цепочка такая, наверняка потемнеет. Нет, девочки, видите, смотрите, как красиво. Блин, я вообще, мне так нравится просто. Так что буду носить с огромным удовольствием, а вам ссылочки оставлю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Ну, а я сейчас буду заниматься немножко домашними делами. Мальчишки у меня тоже ничего не делают. Надо бы их заставить уже заниматься, потому что учительница там нам все скидывает домашнее задание. Вот, но что-то у меня сынок как-то пока... Как-то пока совсем не хочет ничего делать. Вот, ну ладно, сегодня, наверное, денек еще потусуемся, потом сядем, будем заниматься. Вот, каникулы пока не продлили, пока все то же самое у нас. Ну, дальше будет видно, посмотрим. Еще сегодня буду готовить ужин. Так, ну а я, девочки, сейчас буду готовить ужин. И на ужин у нас будет курочка. Это, конечно, не... Как это называется, это блюдо вообще? Но у меня немножко свой, скажем так, вариант. Значит, это курица. Здесь куриная грудка и филе с бедра. Сама сняла филе с бедра. Косточку с бедер я отправляю на кашу собаки. Меня, кстати, как-то спрашивали... Точнее, мне писали, что я такая нерадивая хозяйка, не могу процедить бульон. Но помимо того, что у меня дети не любят мутный бульон, когда в супе, да, плюс мне еще нужно кормить собаку. Да, Собакин, тебя надо кормить?
конечно, скажи, меня надо кормить. Вот, и я из костей вот этих вот, там, например, из курицы бывает, и спинку еще оставляю. Я вытаскиваю, то есть варю бульон, вытаскиваю эти кости, снимаю остатки ножичком маленьким мяса, трубчатые, сами трубчатые кости выбрасываю, там же хрящи еще есть. Все это я обратно в кашу, добавляю там, допустим, легкое какое-нибудь, сердце, печень еще, там может быть куриное, может быть говяжье, неважно, да. И получается вот на таком костном бульоне, скажем так, из-под курицы у меня получается каша для собачки. Поэтому с ней я тоже делюсь своей обычной едой, скажем так. Вот, сейчас буду обжаривать курочку, сейчас еще специи всякие сюда добавлю, и буду добавлять лук, потом тоже все обжарится, и буду добавлять томатную пасту. Вот, не знаю, будет у меня в этот раз кушать это дети или нет, один раз они как-то поели, потом сказали, что не будут есть, в общем, короче, делаю, по крайней мере, мужу. Здесь немножко у меня одна, ну, из двух половинок грудка, и две ножки окорочка именно вот сняла. Ну, тут немного мяса получается. На ужин всем хватит. Вот, вместе с лучком. В общем, сейчас буду все это дело жарить. Ну, вот так вот у меня получается. Все обжарила. Добавила сюда еще специи и немножко водички, томатной пасты. И сейчас накрою крышечкой. И все это у меня дело немножечко потомится. И будет готово. На гарнир сегодня сварю макарошки. Вот, и будет очень вкусненько, вот это получится подливка, она у меня сейчас еще подзагустеет здесь, и будет очень-очень-очень вкусно. А еще, девочки, мне сейчас муж приехал с работы, он мне принес подарок, это мне, лично мне, тоже заказал с Алиэкспресс. А вот это вот подарочек, я так понимаю, моему сыночку старшему. Сейчас мы с вами все откроем, я вам покажу. Вот такой вот моему сыночку подарочек. Сейчас померим на его телефон, подойдет или нет. Вот такой. Ну, красота. Вот одели на Лёвин телефончик. Правда, телефон такой, конечно. Лёва, телефон надо мыть. Yes. Нравится тебе этот чехольчик? От папы подарочек тебе, да? Сейчас будем мой открывать. Вот такую вот штуку подарил мне муж. Девочки, как вы думаете, что это? Ну, открывай. Вот такие тут штучки. Не знаю, что это такое. О, даже очки есть, смотри. Ой, я сейчас померю. Смотрите, какая я буду модная. Какие-то противоударные очки. Вон, смотрите, что тут. Вон. Девочки, это удочка. Ой, сейчас. Знаете, как это? Ну все, форель, берегись, да? И вот такая штучка к ней. Так что все. Летом будет чем заняться. Мне хоть карантин, хоть не карантин. Пойду за форелью. Да? Mm-hmm. Тут есть наживка на форель? Купим. Купим. Видите, тут, девочки, червячочки всякие разные. Нет, это на самом деле, это серьезно, мне лично. Сейчас очки померю. Я красивая. Красиво. Форель в глаз точно не попадет теперь. Ну да. Специально, чтобы рыбу ловить, да? Да. Что, когда ее вытаскиваешь такую огроменную, чтобы, если что, она тебе в глаз не попала, да? Плавником. Хвостом, да. Вот. Так что такая вот я теперь красотка. Ну все, девочки. Я пошла. Ну а что, льда нет? Уже можно, наверное, ловить. Да? Mm-hmm. Пока только Бону поймаю. Вот такая вот у меня удочка теперь крутая есть. Ну что, девочки, на сегодня я буду с вами прощаться. Кстати, видите, вот это украшение, оно, кстати, очень нравится моему мужу. Прям вообще. Оно сейчас... У меня здесь свет, ну, искусственные белые лампы обычные. Вот. И вот таким желтым. Видите, какой желтый цвет. Красивый очень.
И вот это тоже красиво. Моему мужу понравилось очень. Но обычно, знаете, так, я там куплю что-нибудь, он там, ну, нормально, красиво, да, и все. А тут он такой, а действительно красиво. Так что вот так вот. В общем, ссылочки все оставлю. И теперь у меня новая удочка. Так что я... Все, к лету готова. Вот, так что вот так вот. Ну, я буду с вами на сегодня прощаться. Не подписывайтесь, не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую, до новых встреч.